Итак, всем привет, с вами Стал. Сегодня мы продолжаем проходить Alan Wake. Вы меня слышите? Вы там все слышите? Да, вроде да. Потому что обновление было, я особо сейчас не смотрел, что там могло произойти. Так, а куда мне идти? А что с чувствительностью стало? Управление. Ну да не, вроде все такое же. Ладно. Пойдет. Пойдет. Так, а вот... А куда нам? А куда? Я откуда вообще? Я вообще забыл, я дня 4... А, я могу толкаться. Я дня 4 не играл в Алана, так что... А, да, синта контрольная точка, отлично. Так что, в принципе, не могу сказать точно... Опа, телефон работает? Отвечай. Forget about it, Barry. It's just me going crazy. Oh, jeez. Oh, jeez. You're not crazy. I wish you were crazy, but you're not crazy. Ow, be careful. Stay in the cabin. Don't open the door for anyone. I mean it. Ну, знаешь, как-то это не особо тебе поможет. А я могу присаживаться, кстати. Я же не обращал внимания на это. Я... А, ну ладно. Так, сейчас я к нему вернусь. А я вообще вернусь, возвращаюсь... Ну, по идее, я сейчас возвращаюсь обратно. По идее. По идее. Так, у нас есть еще одна контрольная точка. Ага. Ничего не понял. А, да еще и рукописи есть тут, офигеть. Так, in that последний last instant of consciousness, Rusty thought about Rose. He was older than she was. Rose was barely out of her teens, but she made him feel young and forget what a train wreck his long dead marriage had been. He still wore the ring. He'd been waiting for her to tell him to take it off. Now she never would. Перед тем, как сознание покинуло Расти, он подумал о Роуз. Он был старше девушки, но той едва исполнилось 20. Но рядом с ней он чувствовал себя молодым и забыл, какой катастрофой обернулся его давно разрушенный брак. Расти до сих пор носил обручальное кольцо. Он ждал, когда девушка попросит снять его. Это уже никогда не случится. Вот это, блядь, вот это печально, если честно. Прям очень грустно. Так, стулья, вода и все. Пейзажик, который, да. Так, ну погнали. Опа, это я, значит, я здесь точно не был. Так что так, взять батарейки и взять... Не взять. Ладно, патроны для пистолета у нас и так миллион, почему-то он подпрыгивает на лестнице, ну ладно. Так, тут у нас нету никаких рукописей, которые могли спрятаться. Хуй там. Что произошло, блядь? Почему какой-то странный забор? Нет, ладно, заборы, в принципе, ладно, нормально. Еще одна контрольная точка, в которой меня, скорее всего, захотят... Lover's Peak was at the far end of the nature trail. Хорошо. Которая, скорее всего, закрыта на все... А, нет, не закрыта. И на удивление она открыта. Которую я не хочу сейчас идти. Я хочу глянуть, что у нас здесь ждет. Ясно, она здесь ждет опиздюлятор, да, скорее всего. О, опять... Друзья, не надо... Я забываю, как уворачивать. Ты разве не трогал? Блять! Кончен! Я зарядил. Ладно. Ой, не попал. А чё ты? Тише. А, за что? А я же... Я нажал! Перезаряжай! Перезаряжай, блядь, это говно! Нет! Первая смерть или вторая? Так, ладно, я запомню. Так, мне точно сюда. Lover's Peak was at the far end of the nature trail. Где-то туристическая тропа, я не особо помню. По идее, вон там. То есть, это прям тропинка. Это ваше, да?
Я думаю, что тебя не помню. Блин. Ах ты, сука. Перезаряжаюсь, подождите. Да я... Не, я сейчас целюсь, не... Блять, ворота тут, конечно, знаете, иногда бывает хор... А, он так перезаряжается. Ладно, я запомнил. Он перезаряжается необычно, достаточно ну, как бы сказать, стареньким способом. Я сейчас думал, он просто перезаряжает сразу эту барабан, там оказывается не особо. Чё, кто-нибудь мне разговаривает со мной? Нет. Ладно. Батарейки, в принципе, нам часто дают, так что и с ними, в принципе, можно... Ой, как... Куда я иду? О, там что-то есть. А куда я, правда, иду? Зачем та тропа? Я что, сейчас иду? Блядь, не, подожди-ка. А та тропа зачем? Меня она никуда не приведет или как? Так, друзья, товарищи, не появляемся, пожалуйста, и будет все хорошо. Для, и для вас, и для меня. Давай, отдыхай, отдыхай. Дышись, отдышись. Все, погнали. Хорошо, подышал, да, свежий отчетчик. Воздух свежий. А тут непонятно, что происходит. А, бля, да. А почему меня об этом не предупредили? Так, ну, как будто стрелка туда направлена. Но я не верю, что здесь будут враги. Это, по идее, безопасные стрелки. Не надо падать. Ну, стрелки же безопасные. Или... Вот она. Спасибо. Открыть. Спасибо. Ой. А, и все. Ну да, батареек, смотрите, нам просто насыпают бесконечно. Так, патроны дрободан я пока придержу у себя на самый крайний случай, либо на босса. В принципе, на боссе он отлично зашел, так что да. Вот как вы думаете, вот по лесу ходишь, да, вот, ой, чуть-чуть. А, по лесу ходишь и хорошо, да, так свежо, вот, согласитесь. Ну и на вот, особенно, знаете, пройтись по этому... Правда, немного дождливому лесу. Даже лесопосадки. Плюс-минус одно и то же, только, блядь, громко от машин. А, пройтись-то хорошо. Ну, ладно, прохладно немножко. Ну, в принципе, правда. Запах офигенный. Это как будто... Ну, просто... Как будто свежее листво, но не листво, знаете. Вот есть такое ощущение. Ну, кора, вот это все намокло немного, земля немного притопталась, ну, дождем немного приэтовалась. Пыль поднялась, запах пыли, и все, что происходит. И кайф, да. А тут у нас про... вот, да, так опять. Nobody in Bright Falls seemed to know where Al was, but Rose, the waitress at the diner, had seen him. From what Barry could tell, Al pretty much fell off the face of the earth when he left the diner. Rose was just the kind of fan that Al hated, but she really tried to help. She was smart too, knew a lot about what was going on in the town, knew a lot about Al, even knew who Barry was. Barry liked her. That was no big surprise. When it came to women, Barry and Al rarely saw eye to eye. Кажется, никто в Bright Falls не знал, куда подевался Ал. А кто это, блядь? У меня с именами проблемы, если что. Его видела только Роуз, официантка из закусочной. По словам Барри, Ал буквально провалился сквозь землю после того, как вышел из закусочной. Роуз была поклонницей писателя из того раздела, который Ал просто ненавидел. Но она очень старалась помочь. Кроме того, она была сообразительно хорошо знала, что происходит в городке, знала многое об Али и даже поняла, кто такой Барри. Роуз ему понравилась. И это было неудивительно, когда речь шла о женщинах. Барри и Ал редко сходились во взглядах. Ал, то есть Алан, что ли, блядь? А можно, пожалуйста, не сокращенно? Не, можно и сокращенно, в принципе. Сейчас мы тебя толкнем. Подожди, а я могу? Опа.
А, ясно, блядь, перепрыгиваю. Так, тут у нас что-нибудь есть? Тут у нас ничего нет, а как хорошо. Только одни нападения на нас будут сейчас в этой серии. Не хочу. Мне нужна хоть какая-нибудь красивая картина. Пизда. Что происходит, блядь? Тьма там сгущается. Не точно туда. Блядь, что происходит? Что за паника? Что с лесом? Я что, слишком долго стоял на месте? Не хочу, я хочу что-то. Спасибо. А, или просто ветер усилился. Блядь, ненавижу. Погода говно. Ты чё, дурак? Возвращаемся и небольшие палатки. Так. И еще кто-то есть? Может, блядь, не надо, а? Ну да, самое время, блядь. Старый великан. Это исключительно высокий Дугласовый пихти. Ой, блядь, да-да-да. Подвиг Глаус. Угу. Блять, подвид. Угу, ладно. Более 200 лет. Когда ее в 1937 году, году свалила молния. Если поверить... Сразила, может быть. Ну, ладно. Если верить местным легендам, она достигла верху... Блять. Достигала верхушкой до самых звезд. Когда упавшую пихту измерили, вышло 66 метров, без малого мировой рекорд. Блять, есть? А подожди, а чё? А разве мы здесь не были? Когда-нибудь? Ну не, я туда точно сейчас не вернусь. Здесь вообще полный шлак происходит. Ну ладно. Хорошечно, пойдем теперь, удочки. И что нам нужно? Я тебя слышу. И тот. Бля. Тебя надо подождать, подожди. Ай, бля. Первый. Да, блядь. О. Ага. Уворот засчитан. Кстати, а где мои патроны? Ага. Где мои патроны? Я вот хочу сейчас на это обратить внимание. Либо я где-то их прокекал все, либо... Что, блядь? А куда, правда, делись все мои патроны? Я могу от них убегать, что ли, всегда? Хотя я не думаю, что это и хватит. Выносливости тут точно не хватит для того, чтобы убегать. Ну, либо мне просто говорят... Ну, погнали. Ал, ты умеешь бегать со скоростью 30 миллионов тысяч километров в час. Пиз. Ну, чё, блядь? Здесь автонаводка или что? Или мне кажется? Ну, три патрона это такое, все знаете. Блять, это прикольно, блядь. Ага. А, блядь.
О. Дай. Мало. Мне нужно больше патронов. Это я заметил. Так, это что такое? Wake reveal symbol. I turned the corner, afraid of what the flashlight's beam might reveal. Suddenly, a roughly painted symbol of a torch glowed in the light. Behind it, hidden by a rock, sat a battered metal trunk. It was here for a reason. Packed with supplies, batteries, flares, ammo. Things you need to make it through the darkness of the night. Something left behind by someone who knew what I knew, and more. Ладно. Повернул за угол, страшась того, что мог увидеть в лучах фонарика, вдруг передо мной засияло грубо нарисованный символ факела. Под ним я нашел обшарпанный металлический ящик, спрятанный за большим камнем. Это был целый склад, оставленный здесь не случайно. Батарейки, сигнальные ракеты, патроны, запасы, необходимые, чтобы пережить очень темную ночь. Приготовленная кем-то, кто знал то, что знал я, и даже больше. А, там не было ракет. И батареек были. Не, были батарейки и патрон. И только это. Все, там же ничего не было. Что-то возвращаться я особо обратно не хочу. Блять, топор. Опять, да? Где-то он. Опа. Секреточка. Мне туда надо. О! Мне это надо. Подожди. Я разве там не проходил? Вроде нет. Тогда можно, в принципе... А он не умеет прыгать в прыжки, понял? Или умеет? Он плохо, но умеет. Так, ладно, обезьян тут нету больших, зато есть большие камни. Зато и еще есть медведи, да? А, да? Фонарь вырубай. Ну за что? Ты понимаешь, что ты от него не убежишь, да? Почти все четырёхлапые ноги бегают. А, ну так ладно. Ты тоже. Всего? И все? А, трое. Блю! Камень! Спокойно. Ай, больно. Тише. Я увернулся. И не волнует. Вообще. Батарейка. Это слишком опасно могло быть. Что же? Нет, здесь целиться не надо. Все-таки. А у меня же в запасе 3. А, ладно. Я думал, в запасе 3, а оказывается, это в общем. Ладно. А все же. Патронов миллиард тысяч есть? Так, это контролка, да? А, блядь, а чё? За что? А где патрон? Хоть что-нибудь? Нет? За то, что я с ними сразился, мне ничего не предложат? А, да... я рассчитывал на какую-нибудь минимальную награду, но тут ее, к сожалению, великому не особо нету. Вообще, точнее, нету, блядь. А. Бля, я же не удивлюсь, если сейчас я... Подожди, а я вообще как-нибудь смогу это сейчас сделать? Или не могу? А, блядь, они отсюда пришли. Ладно. Так, ну там свет. Блять, ну если здесь генератор... А, нет, генератора нет, ладно. Тогда хорошо. Контрольная есть, здесь закрыто. Перейти по камню, в принципе, можно.
Да, я потом туда схожу. Вот, подожди. Я сначала сюда. А, мне туда и надо, блядь. Так, блядь. Патронов нету. Вы, если что, да, держу в курсе. Всех. Что тебе надо? Что это? Дерево, с которого был сделан этот срез, начало расти в 1846 году, в год подписания Орегонского соглашения. Прочие знаменательные события отмечены на кольце. 1853 образование территории Вашингтона. 78 основание горнодобывающей компании Bright Falls и самого города. 89 Вашингтон получает статус штата. Что? А. 1929 дерево пост. Что с ним, блядь, происходит? Дерево пострадало от лесного пожара. 70-й. Горнодобывающая компания Bright Falls закрывается после извержения вулкана под озером Колдон. 80-й. Извержение вулкана Северной Елены, да? Примерно так. И 87-й. Дерево повалено во время бури. Грустно. Дайте деньги. Дайте патроны. Патроны можно? А патроны? Ой, там. О, ничего не слышали. Все нормально. А все, да? Наигрались, да? Ну, не серьезно. Я сейчас говорю. Я сейчас на полном серьезе. Без патронов я вообще никуда сейчас не сдвинусь. У меня было. Кстати, у меня было 42 патрона. Куда я, блядь, их проебал? А, да, на этого большого, на одного здоровяка, который, блядь, не мог умереть с трех пуль, как обычный. Какая же это хрена. Это я не заметил бы чуть-чуть. Так. Прибытие Нейнтгейла. Agent Nightingale didn't want to be in Bright Falls. These little communities revolted him, and he didn't like the trees or the coffee. He now knew that impossible horrors lurked behind the storefronts and smiles. He desperately wanted to turn the car around and just drive until he passed out or ran out of road and booze. But he had a job to do. He had a rider to catch, at any cost. Агент Найтгейл, пиздец, Найтингейл не хотел торчать в Брайан Фоллс. Маленькие городки вызывали у него отвращение. Ему не нравились ни деревья, ни кофе. Теперь он знал, что за витринами и улыбками прячется немыслимый ужас. Он отчаянно мечтал повернуть автомобиль и гнать, пока не выдохнется, или свернуть с дороги и надраться. Но у него была работа. Писателя следовало поймать либо любой ценой. А нас-то за что? Ну, писатель-то мы. За что нас-то? Мы ничего не сделали. За что? За что? Это пиздос. Читать не могу, да? Посмотреть могу, читать не могу. Три патрона, ноль херня. А, вообще нет, точнее, патрона. Ой, бля, проблема в свет. А мне... Да? Ну ладно. Пока патронов нет. Я могу отпустить? Да. Ну? Бля, толкать что ли? Да? Давай нет. Я могу открыть? Блядь. И тебя тоже? А вот это... Вот, ну, такое... Ладно, нормально. Хорошо, кстати, вылетел. Coming.
That flashlight's kid stuff. The flares will keep the bastards away. Аж подлагнула локация. Ой, не локация. You can see them too? Hell, of course I see them. Come on, we gotta move. Why? Because that's the way the story goes. Yeah, but... Let's move! I lost my gun back there. Oh, I've got a gun. Just keep that light steady on him. It took a moment, but then I recognized him. He'd been on the ferry when I first arrived here with Alice. He knew my name. We were headed in the direction of Lover's Peak. There was no way this was a coincidence. He was the kidnapper. Come on, Wake! You better keep up! А что у меня? А, у меня патронов? Ворот. Блять, не ворот. Да кинь ты эту говно. Блять, кинь говно. Ты дурак? Спасибо. Блять, что меня бьет? Мне нужно как-то выживать или что? А все, да, а все, а все, да, блять. Это, блять, что по мне прилетело? Ага, ага. Третий. Нравится, да? Нравится, блядь. Убывали нахуй. У меня три ракеты остались. Жалеть. Не долетел. Это мне. Use the flares from the emergency box to hold them off while I get these boards off. Give me the gun. Yeah, no can do, Wake. Are you kidding? Give me the gun. No time for back talk. Pull them off, damn it. Нажмите, удерживайте, используя... Ага. А, вот почему он сгорел. А, да. Интересно, долго ли он это будет делать? Да. Блять, ты откуда тут? Басана. Баса. Оо! Блять. Да. Блять, сука. И нахуй ты. Баз. Все, кстати, сюда, кстати. Заходим. Залетаем, блядь. Ты дурак? Хочешь с ними стреляться? Куда ты? Все, отходим, отходим. Уварим. Конечно лучше. Ты как ты думаешь, что, блядь? Как ты долго, блядь, открыл? Бля. А где? Вон они, спасательные мои. Это тоже мои спасательные. Ну, по крайней мере, у Уэйка точно. Так. Ну что ж, давайте тогда на этом мы сегодня... Стой, блядь. На этом мы на сегодня и закончим. Следовать за похитителем. За каким похитителем? Ты куда, блядь? За спасителем? Он тебя спас вообще-то. Ну что ж, хотя пистолет спиздил. Ну ладно. Ну ладненько. Итак, всем пока. С вами был Стал. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. До следующей серии. И всем пока.